оплата при входе. Я оплатил. Оплата при входе. Я оплатил. Да? Бабушка твоя. Ты хочешь позвать Тайсона? Да. Может, на Ленина посмотреть? Ребята, мы просто звук пишем, а ничего снимаем, да. А это что за дом? Это бизнес-центр. Это бизнес. Ой, 10 на меньше. Так. Высотки. Видно тебе? Не Москву Сити. Не, а это не, сталинские. Не, сталинки, да. А, высотки. Вообще красота. Такой Москва. Нью-Йорк. Москва-Сити. Это утренняя Москва. Меня вчера капец накрыло. Я приехал в Москву с мамой. Завез вещи в ее квартиру и, короче, слег. Непонятно было. Сначала думали, что это высокое давление, но оно вроде было высоким. Когда мы когда мама мне его измерила. Потом под вечер я начал блевать. Ну и скорее всего я отравился в своей одной из любимых кафешек Бреста узбекскими бутербродами, короче. Сегодня второй день в Москве, мне стало полегче. У меня есть небольшая усталость, но я думаю, я выздоровею. Поеду сегодня к Маше смотреть мастерскую. Сравнение России и Канады от Игоря Липсица. Чем если бы он ничего не получил и не вошел в компромисс, что это, в общем... Просто интересно такое. От мама. А надо поближе, наверное, подойти было. Да? Поближе. Парсик такой же был. С мамой смотреть Лефортовскую тюрьму. Мама будет показывать. Лебедев все про это пишет, что когда белым, то это как бы китайское. Одну остановку с тобой проехать. Не проедем? Документы. Значит, я оплата при входе. Я оплатил. Оплата при входе. Я оплатил. Одна остановка оплачивается. Меня не волнует. Вот сейчас полиция вызови, да, там ждут вас и дождутся. Я оплатил. Оплатил, ага. Пойдем, остаём их. Не хочу. Блядь, ты что мне нервы трепят? Ну а вы со мной. Иди отсюда. Иди отсюда сам. Так разговаривайте, да. А вы как разговариваете? Я к нему разделять нечего. Пойдем. Сейчас. Идите. Что, не учите? Я не потрахаю, блядь, когда подходит. Дом свой закрой. Понял? Идем к мэрии. Сейчас. Ехали от меня, Маша, средний. И, говорит, зашли колокола, и мы, говорит, решили зайти. Да. И Федя, говорит, 40 минут он как-то не выходит. Ходит там. И не хотел выходить. Тогда ему с Машей говорит, пойдем. Федя говорит, мам, ну почему все всегда по-твоему? Я не хочу выходить. Ага. Эти гости дорогие. Журналист у нас. Можно я тапочки обну? Да, конечно. Я документалку снимаю. Обнимать будешь? Ему ужасно все время, Маш. Да, Маша, Женя. Я вроде открою, а остальное все.
Жарко. Переезжаем мост, где там Лефортовский надо парк. Ложку. Не, ничего это. То едешь дальше, куда трамвай, не ко мне, а когда он прямо бы шел. Да. Вот в ту сторону этот. Да, еще вот тут вот в коридоре был пол, не знаю, ты помнишь, нет? Да. Какой-то хрень я выстила. Картонка. Ну да, я ее сняла, а там часть досок сгнила. Mm. Очень много гвоздей я их вбивала. В общем, и покрасила. И он здесь себя чувствует просто в воде. Там как будто воды не хватает. Он вообще непонятный. Тут. Он вообще непонятный. А меня кто-то спросил, типа это бабушка твоя. А потом я придумала. Ну да, потом я придумала, что это тоже тест на интеллект. Если кто-то спросит, кто эти люди. Это же этот. Екатеринбург. Я думал, Чехов это. Че? Чехов разве? Думаешь, это... А, это Горький, что ли? Да. Да. А это Чехов? А я думал, это похож на Сверлов. Вообще раз в две недели летом я поливала. Mm. То есть его вообще раз в месяц нужно поливать, по-моему. В темпе, говоришь, потому что мы к Феде идем. Рядом. Ну, мы... Хоть покурить можно теперь. Ага. Я запикаю. Чтобы мама не ругала. Ага. И они вот там по часам звонят, колокола, и у нас дома слышно. Такой красивый звук. Ну да, уютно. Вот, а раньше в садик мы сюда ходили, вот как во дворы. Ну, близко. А, прям вот здесь вот был? Вот за этими домами. Вообще класс. Там какие-то прожекторы светят. Привет. Помнишь меня? Или не особо? Помню, Жень. Не очень. Но мы с тобой разговаривали по телефону, если что. Почти. Ничего себе. Аня пришла. Так еще красиво. Ну да, она какая-то металлическая. Так, перед пользой. Как себя чувствуешь? Хорошо. Вчера меня колбасило. Ага. Подпишитесь на мой канал. А 4? Четыре, да. Мне кажется, ты не сможешь 4. 4 тоже. Думаешь, сможешь? Да. Сейчас посмотрим. 4, ты уверен? Ага. Блин. Маша, ты думаешь, он сможет 4? Сейчас увидим. Ну, давай посмотрим. 1, 2, 3, 4. Вау! Вдребезг. Вдребезг. Я смог! Дай 5. Дай 5, ты 4 смог. Супер. Давайте Тайсон. Давай. Тайсона тебе? Ты хочешь позвать Тайсона? Да. А, или дальше? Дальше. А, давай. Я думал, ты говоришь, иди Тайсон где. Хочешь бельгийских вафель? В Москве намного холоднее, чем в Бресте. Уже несколько человек подошло тут в центре. Сказали, что смотрят мой блог. Ну и уже как бы сложно. После 300 подписчиков уже сложно как бы ходить по центру городов.
Кофе тут по 300 рублей. Дороже, чем в Бресте и Воронеже в два раза. И вкусный. А вот такая кафешка в Бресте, ой, в Воронеже есть. Центральный детский мир. А вот это вот Лубянка номер один. В подвалах страшные вещи тут происходили. Я думаю, может, что, вообще на Красную площадь сгонять? Мне так-то нравится, как там выглядит. Вообще, я так-то собирался к маме поехать уже. Взять там солнечные очки. И посмотреть ее стиральную машину. Может, получится ее отремонтировать. Почему-то нет бантов. Не знаю, вроде шмоток мне ничего не надо. О, Господи Иисусе. Впереди меня Кремль. Может, на Ленина посмотреть ради прикола, если он еще жив там. Ну, такое ощущение, что там походу очередь, что ли, к нему такая большая. Но я на самом деле всегда кайфую от Красной площади. Мне очень нравятся эти здания. Откуда люди выходят? И они идут куда-то дальше? В Кремль, что ли? О! Прям такие нормальные люди. С автоматами. Пиздец. Надеюсь, сейчас ничего на Кремль не прилетит, пока я здесь. Думаю, еще минут 10 я пойду. Пока ничего не произошло. Праздничный домик. Это Китай, мазафака, город. Я иду в метро, поеду сейчас до мамы. Посмотрю на ее стиральную машину. Может, ее можно сделать без инструментов. Вот этой рукой можно ее, может, сделать. Мама купила мне безлимитную тройку для любого транспорта московского. Еще 2 дня могу ездить по ней в Москве. Эй, привет! Маша, можно? Нет. Это твоя мастерская? Такая большая.
Страсти какие. Спойлер, что ли? Ну так, чуть-чуть покажу будущую выставку московскую. В центре Москвы. Будешь чай? Да. Что-то, мне кажется, тут происходит с Яндекс.Картами. Тебе не кажется, что они показывают странные маршруты, ну, с положения, да? Запутано. В центре причем, наверное, это. Блин, вот это, Маша, просто вообще нереально. Нравится? Да. Не против, что 100 человек увидит моих подписчиков? Ну, я там... свой Инстаграм не выкладываю. Блин. Ну, за подписку можно посмотреть, конечно. Ладно, это, давай я выложу это в платную подписку свою. Да. На Boosty? Да. На Patreon просто. Короче, друзья, если вы есть на Boosty или Патреоне, для вас будет выставка персональная от Маши. Какой снежный Барс. Когда приходит, всегда смотрит, где его рисунки. А, вот еще. Вот многоножка. Эти все полки ты сделала? Ну, сами полки. О, нифига, какие потолки. А тут так и было? Да. Такие эти провода висящие. А, ну, кто-то так провод. Донат. А это что такое? Будущее, что ли? Из будущего дома? Скульптура Анин. А, это Анин стол, да? Нет, это общий стол, но он больше для грязного. А вот эта педаль для чего? Это бурмашина, вон, она виднеется. Ага, нифига. Это не плошки, не делали. Ну и по металлу можно, моя ложечка. А, ты вырезала ей? Все еще ей вырезала. А, ого, и что, классно работает? Ну да, а вот ладно. Я думал, ты ножом это делала. Заготовки. Ну, вот это, по-моему, орех. Его нереально ножом очень надо. Сильные руки какие-то иметь. Угу. А что это такое, Аня? Ну, это будет картина, что-то такое, как она будет дальше. Икон. Твоя? Ну да, ты что, вообще ничего не показала, что ли? Твои иконы я видел. Это она из земли, из русской, хоть я надеюсь? Хорошо. А зачем у меня вражеская земля? Да. Гей-рок, что ли? Ага. Гей-рок мне не нужна. Давайте. Это американцы. Да, нассали туда. Колорадские жители. Да. Причем эту русскую землю можно даже есть, говорят ученые. Сладкая. Ну, с сахаром посыпать. Да. Вот это надо много вот такого. Вот такого вот нужно. Православного, больше. Че, идем до Мари? Да, вот мой рисунок. Ага, хорошо. Там, вот там тоже сила любви. А на пианино что, тоже не пойдет, что ли? А, тут тоже, кстати. Я что-то это... Не могу поверить, что ты тут не был. Да? Ну да. Ой, нифига, туалет есть. Это что? Фанон, интересно. Может, ага. Выбежать. Смотри, о, а ты умеешь играть? Да так. Ну, расстроена. Ребята, мы просто звук пишем, а мы сейчас снимаем, да, можно? Окей, конечно, конечно. Пардон, все. Пока. Ух ты. С холодильника. А там лестница наверх. Это еще мастерство. Вот над этим потолком. Часа. Злата энд Марина. Злата и Марина, а Линда татуировщица. А что там за? Этюд. Это кто там? Кто такие? Они киношники. Они там реквизит всякие делают. И прям кино снимают? Ага. Я не знаю, кто такой ролик.
сейчас. Еще дороже я особо не могу запомнить. Они часто ночью приезжают на больших машинах, вносят туда-сюда технику. Да. Нифига себе. А еще в этом доме жил Герцен. Герцен, это кто такой? Что-то знакомое. Граф какой-то. Это который изобрел Герц, да? Ну, Герц, в Герцах стали после него все измерять. Или Генцель. Знаешь такое? Генцель. Самый модный уголок. Ну, я не знаю, все еще ли так. А давно не было в барах. Сюда? Ну, это давай сделаем это тоже для платных подписчиков. Самый модный бар самый Москвы. Самый модный бар? Да. Еще? Могла бы тебе еще показать самый модный фалафель. Да? Киоски шаурмы. Ну, это я закрою камеру. Тогда нам надо через католический собор, если ты заметил. Вот это что ли? Вон там вот иди. О-о-о. В нем орган есть. Все, понятно. С ним. И там даже, когда заходишь к нему за забор, на территорию, там курить можно, в смысле для курения. Ого. Ну да. Там все свободные нравы у них, да, там, в Европе. Ага. Отлично. А ты ходила, как слушала когда-нибудь здесь, орган? Здесь нет. А вообще? Да. А вон там видишь, ворота открыли, это бар Сюр. Сюр? Да. Ну, вот а, пар... вот это вот? Вот, да. Ага. Пару лет назад это прям вообще было самое... крутое. А кто в нем тусовался? Все самые, да? Крутые. А летом тут все сидят, знаете, по ребриках. А раньше это конюшня была? Ну, туда машины, видимо, заезжали. А может, да, может, реально попробовали. А, хотя, наверное, до конюшни... Ну, это пристройка. Да, раньше вряд ли, наверное, было... Не застало коней, скорее всего. Это дом. Я что-то немножко запуталась, но вроде. Что это за место? Нормально есть. Да. Да, слушай, пару дней ему нормально. Мы бежали на полицию, ходили. С кофе мне что-то не зашло. А это, смотри, зачем? Ну вот это прикольно. Вообще окна какой-нибудь. Видел картинки? Наверное, не помню. Если бы еще поярче краски. А тебе? А твой топ что? Ну это да. Еще. А это флакон кишочки? 80-х годов. Вот, ну, там вот что-то там букетами, если бы там не было надписи. А, ну да, согласен. Ну, вот такой. Мне тоже понравилось. Маленькие счастливые. Ну, согласен. Зеленые, розовые. Два букета. Вот это как-то я не слышала. Карикатурное. Ага. Смотрите, как
с того года, с февраля, или они не, позже? В этом году. А, в этом? В этом году. Такой хаос был в первые дни на дорогах. Нифига. Когда люди просто посреди дороги останавливались и не понимали, куда ехать. Какая улица, чего проехал, да бог его знает. Нет, сейчас хоть народ чуть-чуть уже как бы возвращается. Да, да. Я им вот такую шоколадку. Мама мне дала на дорогу. И слушаю Джимми СМ. Спасибо. First aisle, please. А где твой паспорт? Да, сигарет.